Дальше, дальше продолжаем так. В сторону. На сторону смещаться. На ногах ехать. Нога последняя. Дальше за ней. Движение вперед. Стоп. Дальше за ней. Я спина там вышел. В сторону вышел. Зайдет на тебя четко надо. Достал. Быстрее надо бить. Быстрее. Ушел в сторону. Сторону вниз. Еще серия. Еще такого спринта. Хорошо. Еще дальше. Продолжай с бэкфиста. Три руки бэкфист. Давай. Через топтуна. В сторону уйти не надо, только надо. Входи. Центр занимаешь. Центр. Вперед. Через фин. Топтуном дергай. Еще руки здесь! Провалил туда! Туда, в угол его жми! Жми в угол две руки, еще три руки! Молодец! В сторону! Хорошо, и сразу туда! В сторону сместился с ударом, и к нему подскочил опять! Дальше нога, опять в сторону! Чувствую нога! Вот, провалил в сторону, Петя! Хорошо, ушел! Ушел! Дышать, двигаться! Двигаться спокойненько. Дышать на ножке плечи. Поджимай, сейчас вставай. Хорошо. Вот. На ногах, чтобы здесь перемещаться. Хорошо, вот так же. Так же чувствительно. Дальше ударно. Хорошо, иди в сторону ушел. Смещение и удар. Еще нет, вам нога продолжила. Нога продолжила, двигаться. Более свободно двигаться, чувствуй. Еще дергай, еще провалит, почувствуй. Дергай, попай под шар. Ой. И вот ему, почему здесь проспал? За ним на канатах, не надо на них, на колено. Не надо лежать, вышел сразу к нему, надо быть быстрее его. Давай, твоя первая рука левая. Левый прямой, правый крюк, быстрее. Стоп. Оттолкнул. Левый прямой, правый крюк, быстрее, с подшагом! Быстрее, левый прямой, правый крюк! Быстрее, второй с подшагом, я сказал! Все, достань вторым! Левый, правый! Еще, колено! Опять так же через левую руку, Даня, все, прощупал! Левый прямой, правый крюк! Жди, колено, молодец! Еще колено! И сесть к нему! Еще работаем! Видишь, в сторону, центр закрутил. Шел на центр. Отсюда, здесь, чувствительно. Ну, брось ногу, продолжи с рук. Брось ногу, не достань, продолжи с рук. Дальше. Ну. И бэкфист еще. Хорошо, еще раз к нему что-то засовывал. Опять к нему. Выше, опять держать, что надо. Длинные руки, не гнуть голову. Оттолкнул твоя серия. Ой. Хорошо, Саша. Чувствительнее на ногах. И к нему. И вышел к нему. Держать его в углу, в сторону. Даник, надо успевать уходить в сторону, тем более, давай работай! Держать его ты его держать, вес угол в этом углу! Здесь, еще! Фронт с разножкой, три руки! Хорошо, опять держать! Даник, не надо лежаться, надо быть быстрее! В сторону ушел на центр! Здесь ты работай его в углу! Ты! И туда рука, правый, левый, правый! Правый!